Один ГОСТ остался. ГОСТ дерьмовая позиция. ГОСТ не выиграет, все, извини. Я просто я нажимал на п***ть. Капа прайд. Я стал белее. Ламбергнил. Эндрес, пожалуйста, не сделайте, я вас прошу. Не дайте килла. Оптик минус. Сколько у Ламбергнил киллов? 5. Все, нормально. Все хорошо. А ну-ка, еще есть тату? Ну, надо. Эндрес должны, если выиграть, то вообще... Потому что если Ламбергнил выиграет, у них будет 9 киллов, 9 да на 5, это сколько? Все, все. А что, ПСВ лучше или Ламбергнил? Ну, на что Ламбергнил выиграет? НВС. Ну, Ламбергнил уже на 150 в отрыве. Вот этот кисок, чувак, он нормально ну, стоит. В отрыве. У них 5 киллов, у них будет 9, если они выиграют. А 9 это? Зона на кого? 140 это 10 килов. Зона на Энви. Ну вы же тоже получаете очки. Ну, да, на у них, да нет, у нас еще несколько килов. Кило 4, да? У нас не один был. У вас 4 кило. Один был. Все. Yes! Это моё. Сейчас посмотрим еще результаты. Сейчас нас пишут пару каток. Да. Шейк, иди сюда. Шейк. Все, красиво. Мои мальчики. Да, это жестко. Неделю играем вместе. Everyone make some noise for Navi. Ребят, с победой! Спасибо, как спасибо, спасибо. Несмотря спасибо на то, что вы проиграли первую часть сегодняшнего дня, начали не очень. Как потом? Собрались. Но суть в том, что на турнире, где играют 16 лучших команд, где нет, допустим, команд из других регионов, да, из китайского, австралийского региона, которые значительно слабее, здесь может победить любой. И играть очень сложно. Это однозначно самый сложный турнир, который у меня был вообще в моей карьере в ПБГ. Поэтому я очень рад, что удалось его выиграть. И спасибо всем огромное, кто болел, потому что я знаю, именно на таком турнире болеть за команду бывает сложно, потому что результаты нестабильные, но не только у нас, у всех. Но собрались, как и обещали, и выиграли этот турнир. Слишком сложный турнир. Все вровень шли, так сказать. Да. Как минимум топ-5. Слово капитану. Мегамаг наша карта. Вот и все. Изи победа. Ну не изи, типа. Это надо выйти. Ничего себе изи победа. Это не изи победа. Ну тяжело, собрались под конец и уже дотянули до конца. Как-то так. Но изи победа надо выйти. Красавцы. До встречи.